Заняли первое место, да. Что было видно, что они катаются очень хорошо и очень техничные. Но у них еще и после этого самого обязательного Давайте обгоняли смотреть на нашу Рублеву и Шифера, воспитанников Александра Свинина и Ирины Жук. Воспитанников школы «Спартака». Мне они нравились в этом году, как они тренировались. Я была много у них на тренировках, на всех сборах в Новогорске. Почему они оказались седьмые, непонятно. А у них начинается с блюза. Я очень люблю, очень мне понравилось это. Очень интересно, правда? Да. Неожиданно, да. И четко, и легко. Вот твизл тоже. Обрезанный бортик в Америке. Они вот очень близко к борту. Дорожка. Это круг. Неплохо исполнена дорожка. Вращение. Опа. Скорость. Ну, во вращении скорость очень упала. Так считаю. То есть у них вращение... как бы четвертого уровня, не знаю, надо смотреть на повторе. Докрутили ли они последние два оборота после смены. Вот. Посмотрим, что у них будут за оценки. Тяжело. Первый раз-то в сезоне до конца докатать. А кому легко? Кто обещал, что будет легко? 11 часов разница. Это ближайшая смена. У всех одинаковые условия. Американцы дома. Их тренер. К счастью, моя ученица. И тренер, и хореограф Ира Жук. Вместе с Сашей Свининым. У них очень хорошая школа. Всем привет, Александр Васильевич, сокольники. Да, сокольники, вот видите. Киров, Москва и всем-всем-всем. Знают, что все смотрят НТВ+. Ждут выступлений наших ребят. Вот это. Прекрасная поддержка, да. Довольны, по-моему, они как откатали.
вот в этом положении, и с поднятой рукой второй, вот считается, что вот этот поворот самый сложный четвертого уровня. Вот он сейчас. Еще как раз повторяю. Раз, два. Раз. Не показали. Не показали, да. Но все равно, когда у вас уже есть сомнения, это уже значит, что есть сомнения. Да, да. 50 баллов. Всех обгоняют. Ну, обгоняют американцев после двух программ на 7.